все, запись пошла. Короче, Ян сейчас будет выкатывать эту мусорку на дорогу. А, я завтра покупаю iPhone. Кого? Вас, таких дебилов. Нас, таких дебилов? Как можно было поехать в аквапарк и через 2 часа просто не захотеть? Потому что полцены. И поэтому 2 часа всего? Да. Почему 2 часа? Да. Сколько? Сколько? Делаем челку. Когда 2007? Есть челка. Вот так мне лучше, да? Всем привет, ребят! Снимаем сегодня влог у Дарьяна. Это челлендж. Это Майнкрафт. Ничего нового, школьника Майнкрафт. Короче, мы сейчас ищем автобус, чтобы доехать домой. Чтобы не идти на руках домой. И чтобы не щемохнуть Веру. Так что нам нужен автобус. Короче, сейчас идем в магазик. Потом. 2 километра, правда, в магазик. Там где вас, потом идем в баню и полный раз колбас. Под радио. Радио FM. Тяжелый, потому что сука ебаная. Давайте я вам покажу супер-пупер вид. Охуенный. Ой. Я положу руку в руке. О, Ян, смотри, что я надыбал. О, это мой хавчик. Да это видос для Полины, да, Полин? Пока. Придурочный, говорит. Давайте сфоткаемся, типа, наша тачка. Моя киска. Типа наше колесо. Давайте сфоткаемся, типа, наш тапок. Опасно. Давайте сфоткаемся, типа, наша чика. Давайте сфоткаемся, типа за нами приехало такси. Давайте сфоткаемся. Не будем фоткаться. На, попью водички. Дай. Ян, снимай, как я пью воду. Снимаешь? Да. Это не лечится вообще. Это мой дом. Это мои холопы. Это моя Лада. И я ее чпокую. Да я расчешусь нормально. Ой, стекло треснуло.
Посмотри на себя, уёбки. Прыщи. Не-не, не слышал. Это авиабилеты за мной. Вау, вау, вау! Бодыль какой-то, хач. Скоро здесь будет мой дом. Стой, продажная. Это мой мопед. Я в него налезал. О, шлем на халяву. Мент. Это моя хата, она с краю. Это твоя ручка. Это мои волосы. Я просто их обрезал. Повесил. Да. Вообще мне нормально пришло, просто я голову помыл в каком-то веке. В туалете тут брал эту на меня вот так. Я потом меня все кидал. Такой движ, я, короче, купил себе тархун за 26 рублей. Мы его в переодевалке оставили выливаться. Приходим через минут 15-20, и там все зеленое. Даже тархун вроде зеленый. А вроде он мокрый. Бежим! Ян, снимай! Ян, снимай! Да! Давай, раз! Два! Три! Еблан! Вы знали, я занималась паркуром? Ща, братан, помоги! Йоу, йоу! О, нормально, давай. Вот так, да. Пониже немного камеру. Вот так, да, раз. Да. Посмотришь потом на видосе, что я сделал. Смотрите. Я в тюрьме. О, хапчик! Хапчик! Даже я застрял весь. Так вот и живем. Снимай меня. Это моя фара. Я снимаю, давай. Сколько мы уже снимаем? 9 минут. Это срок. Вот это что такое, Ян? Это чпоканка. Твоя? Да. А ну сделай что-то с ней. О, сфоткаемся, типа мы тут живем. Помажите. Мажите, 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 мажите. Я
Это будет новый влог, Ян. Делаем рейтинги. Сними, сними. Тебя? Да. Ну давай. Асфальт России. Асфальт России. Типа, это есть игра такая, асфальт. Я смотрю, как асфальт 8, только асфальт минус один Раша. Ой, Ян, твоя тачка. Чуть не сбила, смотри. Вообще дерзкие. О, там какая-то вывеска, идемте туда. Посмотрим, что там. Смотрите, какой опасный. Уезжает. Телефон уже на зарядочку ставить. Сейчас все будет. 11 минут видос. Тупо ни о чем вообще. 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 Что мы стали идем? Да где эта зарядка такая? О, все. Нормальный движ. Куда мы идем? Мы пешком будем? Ну да. До Ялты пешком 7 изо. Я, ну часов 5 максимум. Конечно. Все. Смотри, что бутылку я забил. Я никогда. Это брейкданс. Я даже не знаю, заряжается у меня телефон. Заряжается телефон или нет. Короче, будем заканчивать, а потом, если что-то будет еще интересное, мы продолжим. Ребятки, оставайтесь с нами. Я вас всех люблю. Что это, Ян? Ян. Это взгляд Зорро. Взгляд Даунов? А ну, кинь туда что-то, Ян. Кто Зорро? Кто Зорро? Может, инфузория? Пуфелька. Двигаемся дальше. Все, запись пошла. Короче, Ян сейчас будет выкатывать эту мусорку на дорогу. Ты дурак, зачем? А для начала я посажу ее туда. Давай, давай, давай. Пошел, пошел. Камень убирай резко. Давай, Ян, там нет машин. Ты давай, быстрей. Да, что вы это делаете? Да быстрей, дебил. Быстрей. Не давай, не быстрей, не Ян, давай. Ну, Ян. Да давай. Надо ничего выкатывать. А машина потом как? Оно не едет. Для вас никого бутылок. Все нормально, Ян? Сейчас позвонить Лясику и что сказать? Чтобы он носил айфон сегодня прям. Зачем? Чтобы он тут не придурок. Короче, вот там... Ян, снимай, что это рассказывает? Ты сегодня наш гид. Короче, тут у меня камеру поверни. Там так включи. Короче, я сегодня и завтра покупаю айфон. Какой? Говоришь, а второй покупаешь? 4S. Да? Да. За сколько? Черный. В офигенном состоянии, на 16 гигов. За 3 гига. Только это никто не слышал, кроме меня. И меня.
меня! Я найдем? Куда? В суши-бар. Суши-бар. Да, твои подписчики платят. Я еще с ютуба ни копейки не вывел. Расскажи, что это такое, Ян? Это судно капитана Гранта. Ты же книжку перечитал? Всего лишь два раза. А это что? Это тачка. Крутого бомжа. Мажика. Что вы скажете на прощение? Сейчас улечу в обед. Объясни, куда мы идем, дебил. Магазин. Зачем? За сигаретами. Мы курить идем. Никотин плохо влияет на мозг. И на ноги. Можете флипы купить. Сейчас посмотрим, что там в магазе продается. Будем воровать сигареты и пистолеты. Игорь, не соси палец. Тут водичка такая вкусная была, она кто-то делалась. Правда, это было полгода назад, когда я последний раз был в этом лагере. Ой, лагере. В этом шуларном этом. Короче, вы меня поняли. Пельмешков захотелось? Лол, Вер, достань там мою эту шорты. У меня там деньги. Так, что ты будешь брать, Ян? Шорты в кармане. Мокрый, не все мокрые. Какая разница? Вон 107 Ялта, Лука, Семейская, Смелик. Жалко, мы не успеем, да, Ян? Ну, на нем уехал. Что мне взять? Да ну не знаю, ну быстрее. У решай. Меня есть 10 рублей. Я опасный тип. На проезд только оставь. Подержи сотку. Что ты будешь брать, Богдан? Ментос и Рондо. Рондо не надо, думаю. Да, надо на мороженое возьму какое-то. Так, что тут у нас за мороженое есть? Какое-то говно. Нормального мороженого нет, приятно. Интересно, сколько это стоит? Даже цены не написаны, это прикиньте. Паль. Полная паль. Новый Дирол там. Thank you.